Спасибо, спасибо, спасибо. Доброе утро, Скуфы! А что такое скуф вообще, типа? Ну, как понимать, типа, скуф это плохо же или хорошо? Еще один день. Еще один бессмысленный день. Дружище, хорош киснуть! Все, не может быть настолько плохо! Я слышу голос из Нижнего. Здесь присутствует голос из Нижнего. Жесть. Как я дошел до того, что мой единственный собеседник — это мой внутренний голос. Я не знаю. Проснись и пой! В одном он прав. Ёбаное все, выключай мне харусно. Конечно, хорошо было бы провести в постели целый день. Хотя, впрочем, почему бы и нет? Да нахуй надо, мне не нравится лежать. Я не могу лежать, я постоянно двигаюсь. Это точно не про меня. Бабах! Сука! Хватит дрыхнуть, тебя ждут великие дела. Окей, окей, уже встаю, товарищ начальник. Я не начальник, я твой лучший друг! Какого черта здесь так темно? Чего еще ты ждал? Что на самом дне человеческого существования все будет ярко, как в жаркий полдень из рассказа Рэя Брэдбери. Заткнись, я не с тобой разговариваю. А с кем тогда? Сам с собой, вот с кем. Но ведь я и есть ты. Заткнись, заткнись. А вдруг во тьме нас ждут чудовища, которые только и мечтают, чтобы затянуть тебя. Это какая-то скуфовская тема. Ты дурак. Цыц. Здесь да, я делаю выбор. Такую хуйню играет только скуфы. Я тут при чем? Самый важный ритуал за день. И по совместительству самый приятный. Да, 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 да. Поздравляю! Ты получил плюс 2 к здоровью и плюс 3 к харизме. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя, по специальной ссылочке снизу, она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Насрали. Сейчас, секунду. Пожрать, блядь. Я бы что-то там масло отрыгало хоть раз. Жрут тебе, блядь. Что-то потребует, блядь, твои. Опять играем, сидим. Симулятор блядь, так. Блядь, давай, тихо. Проснулся. Тихо. Жидкой ты в туалете накладываешь. Так. А это кусочками.
Нет, ты серьезно в симулятор толчка играешь? Ебать, это игра. Дома Галюна не хватает, он его здесь нашел. Ебать, игра компьютерная. Здесь пацаны порекомендовали мне. Симулятор как посрать? Это не справляешься? Короче, все, нахуй, ты, блядь, ты чё нахуй хочешь? Чё хочешь от меня? Ламоду. Так, продолжаем. Худшим токсичный Все все понимают. Мне кажется, ТРА мне не подходит. Мы взрослые люди. Мы все взрослые люди, мы все можем решить, уходя, уходи, уходя, и не можем простить. Разговариваешь с ванной комнатой. Да ты совсем с катушек слетел, дружище. Не я, а мы. Ты же часть меня, разве забыл? Что за бред, сука? Какой пи***р мне эту игру посоветовал? Альтушка где? Сейчас. Пошел где? Мне такой не нравится соус. С фекалий мне это не нравится. С фекалий мне это уже не будет. Хотел нормально, блядь, еды поесть. Ешь, больше, понимаешь? Нормально, кусочками будешь какать, не как обычно. Есть, блядь, невозможно ничего, блядь. Все тихо, блядь, сейчас интернет работает. Когда трусы последний раз меняют? Какая разница? Воняет, пиздец. Мне плёхо. Ты вытираешься, когда ходишь туда? Давай нахуй от дома, блядь, позови. Беды не работают, ты вытираешься? Это еще раз повторяю, это нормально, люди сидят. Какие люди? Чувствуешь, что ли? Я в интернете сейчас. Не воняет там. А что мне, блядь, холодно? Ну выключи. Кого? Я здесь, блядь, что сижу, нахуй? Я общался с людьми, ты пришла меня, блядь, здесь что? Мне, блядь, что, нахуй, выключить с тобой, что ли, блядь, общаться? Ты воняешь. Я здесь общаюсь с людьми, блядь. Да, хорошо, что не запах. Коричневый след. Нормально? Это я здесь сам решаю, где что. Что? За... Что и как? Где на трусах коричневый след должен быть? Серьезно? Мне похуй, я здесь, и здесь моя территория, нахуй. Крыс, спасибо, поэтому что... Поэтому можно ходить в сраных трусах. Альтушка, воришка, Сноу каждый день ворует мой хуй своим ротиком. Что? А ты тютя-матютя, 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 тютя-матютя. Тютя-матютя, тютя-матютя. Привет, Алине Момент. Я девка. Дом посрал, в симулятор толчка поиграл, шиф трусы обосрался. Я девкам хуй фоткал. Чё там фоткать? На микрокамеру? Угу. Угу. Ты выключил, ты не слышишь? Я сейчас, ну сейчас, может, там чуть-чуть. В смысле? Я еще раз повторяю, мне, блядь, чё выключить нахуй, всё или что? Нет, блядь, сиди в обосранных трусах, нормально тебе? Я здесь сижу с людьми, блядь, общаюсь, у меня стрим. Где ты общаешься, блядь? Ты срёшь, блядь, в мониторе. Это игра такая. Какая игра? Как посрать, правильно? Как попадать? Может, научишься наконец-то? Ты хочешь, чтобы сейчас нахуй ебанят, если нахуй? Я думала, блядь, коты мимо срут куда-то. Нет, походу, это ты. Мне похуй, сейчас начнёт драться, мне YouTube забанит, нахуй. Давай уходи, Дариха, подальше с моего экрана. Ешь и молчи. Это моя территория, я решаю, что здесь как-то ничего. Вообще, скажи спасибо, что я тебя все, блядь, запустил. Пожалуйста. Если бы без еды пришла, к нахуй не входил бы. Я сказал. Уёбусь, уёбусь. Ну, посмотрим, как перейдет. Целовались ночи напролёт под шум прибоя. Это лето не вернулось. Всё, иди за вами, донат. Ты на... похвалят за то, что ты посрать смог. Угу. Ты на мой донат роток не раздевайся. Бля, включи им лайвстрим, как в толчок ты ходишь. На... В принципе, однокуственно будет. Я просто не хочу принимать какие-то действия в плане уебанить бить, потому что меня забанят YouTube. Поэтому по-хорошему говорю. Ты меня догони сначала на одной ноге. Поэтому веди себя здесь, в интернете, здесь моя территория. Но оно и видно, потому что... Алиночка, слушай.
хуёду, блядь. Далеко я сумочку просто. Хую пыш. Красавчик. За то, что я толчок после тебя мою. Срать хочу бутылку здесь, чтоб туда нахуй лишний раз не сувать. Ты уже так делал. И что? И то. Я живу по своим правилам. Ладно, вопрос так делай, потом если бы еще с окна не выкидывал, оно бы не растекалось по всему асфальту. Здесь мои правила, мой интернет, ты здесь тапута. Здесь принесла, молодец, на тебе, дай 5 и до свидания. На лободу дай бог, 5 так скину, как-нибудь по возможности. Денег нет, пацаны, нету. Еще ни рубля не даешь. Конечно, блядь, ты им сральник стримишь. Это и не сами скинули, я руку такую. Зачем? Говорят, крутая новинка. Здесь тёлку искать, я сейчас буду тёлку себе искать. Удачи. Айтушку. Толчки? Алина, ну, посиди с нами, пока старый чавкает за кадром, даёшь стрим с Алиной. Да, сука. Там если кто чё пишет, я ничего не слышу, я отошёл. Всё, давай, Сумку заказывай? Давай, отсюда. Сумку заказывай? Быстро, метнись отсюда. Поменять надо. Машина, блядь, сломалась. Сумку, ну вот это, проблема-то, я не понимаю. Я еще раз послушай меня. Машина надо ремонтировать, блядь. Санузел, сама видела, что там, да? За тебя и все. И туда надо, и туда. Какие нахуй ломоды, блядь, скажи. Ты сам все наделал, блин. И что? А я хожу по 5 лет с одной сумкой. В чем проблема? Ты каждый раз говоришь, что ты мне что-то заказываешь, и нифига ты мне не заказываешь. Только тебе что-то приходит. Потому что мне надо, а тебе не надо. Мне не надо, а тебе надо. Потому что ты сидишь здесь, блядь, как скуф целыми днями, а я куда-то выхожу, мне надо. Я сказал, потому что не все так, как тебе хочется в этой жизни. Да тут вообще ничего нет, чем мне хочется. Это никого не волнует. Здесь я главный. Кто тебе сказал? Здесь моя территория, я здесь решаю все. Кто тебе это сказал? Я сказал. Что ты сказал? Потому что я мужчина. Я высшая степень эволюции на планете Мужчина, Земля. Мужчина, ты был лет 30 назад. Сейчас что? Сейчас еще лучше. Давай, уходите. Поэтому здесь пока я не поменяю, мне покрышки надо. Мне сумку надо. Резину поменять надо. Сейчас зима не за горами, а у меня резинки нет. Да какая не за горами, блин, ну вот эту закажи и все. Потом как-нибудь. Да ты всегда так говоришь. Доброй ночи, Алина, не ругайте нашего стримера, а то начнет плохо играть, и кормите его получше, а то срет каждую минуту. Каждый раз, блин, говоришь, потом в толчке закрываешь, либо здесь. Ты можешь потише говорить, блядь, а не в смысле? Чтоб тебя не слышно было. Че, слышно, что ли, блядь? И я сейчас как бы не один здесь. А с твоей шизой? Короче. 54 личности? Я тебе сказал, пацаны, такую хуйню нахуй. Какую? Твои вот эти вот потуги. Покупки ламоды. Они прекрасно знают, что мне надо. Велосипед электрический. У меня в чате часто говорят, что скидывают на ламоды. Только мне почему-то ничего ты не заказываешь. И себе постоянно что-то заказываешь. Ну хуя тебе, блядь, 50 пар кроссовок, если ты носишь, блядь, 25 из них. Объясни. Ну, давай я здесь буду решать. Да что ты будешь решать? Ну тебе что, сложно, что ли? Я не пойму. Постоянно обещаешь и ничего. Так ты, блядь, концерт не пришел устраивать или что? Купить концерт. Пришла, еды принесла, молодец. И чё молодец? Я так как-нибудь скину. По возможности. Сейчас просто нету. Он кейсы открывал. Взял и обнял свою женщину. Покажи кейсы. Пример молодежи, как можно любить и уважать свою девочку. Кейсы Алине открывал. Привет. Кейсы открывал, сейчас Counter-Strike 2000 протратил. Все. Трояк. Нормально? Трояк остался тебе. Из 5. Все. А чё есть? Что посеришь, что и пожмешь. Вот именно, блядь, что посеришь. Насрал. Ферму, блядь, открывай, производство. У меня принтер 3D, я сейчас буду деньги делать. Какие, блядь, пластиковые? 3D. Для Барби и Кена? Я печатью занимаюсь, 3D, блядь, пацаны уже заказывают. Хуйня ты занимаешься постоянно, какой-то такой хуету покупаешь, блядь, себе сумку, мне сложно купить, заебись, блядь. А, ну да, твоя сумка важнее, чем мой 3D. Сделай мне сумку на 3D принтере тогда. Мне пацаны заказывают, там, блядь, попёрли меня. Какие заказы? Таблички, хуички там, блядь. Хуички? Сейчас мне производство там пацанам делают, там, вещи крутые, там, на 3D принтере. Мне 3D принтер крутой.
Сейчас еще надо один купить такой. Да и конечно, блядь, еще один купи, потом десятый купи, заебись, и будет стоять пылиться, как с мотоблоками все это. Ага. Ага. Здесь все управляет с одной ногой мотоблоком. Классно? Есть такая пословица: всему свое место. Понимаешь? Твое место, блядь, возле толчка получается. Тебя тоже. Я тебе сказал. Ты отжал у меня единственное любимое место, толчок. И что ты мне сейчас говоришь вообще? Я главный. Кто тебе сказал? Я тебе, знаешь, мама когда-то говорила. Есть пословица такая. Мужчина. Сейчас я тебе, подожди, сейчас отдай, я вспомню. Сейчас придумаю. Я не придумаю никогда ничего. Всегда придумаю. Есть пословица. Типа. Мужчина. Царь, а женщина его корона. Сейчас я тебе сяду на ручку. Давай. Алина, ты очень классная. Подарю вас. Вы очень милые. Обнимите своих радиомок прямо сейчас, чат. Раля, ну наконец-то ты ворвалась в этот старый тухлый контент. Врубай параллельный стрим с Вепкой. Двоем вы всю Россию на донаты нагреете. Да здравствуют сухачи. Брат, я спасу тебя. Заказал Алине суши. С сумкой потом разберетесь. Все, давай. Блядь, ты чё, аджику сумка, ел? Там тебе эти самые, блядь, суши. Ты что, аджику ел? Наклянчиво. Что у меня все ждет? Ты что, аджику что ли опять жрал? Там пойму, тебе жрать опять приедет. Я не пойму. Жрачка приедет. Блядь, сиди, блядь. Горит. Жрать тебе сейчас поесть выпросила. Пожрать. На суши пацан дал. Есть что холодное? Кулак. Во! На, родинки. На. Попробуй. Забавно, что театральная постановка началась именно во время прохождения альтушки для скуфа. Иронично. Я ем, слышишь? Не надо. Слушай внимательно. Аджика это полезно. Да у тебя уже пожилое там все. Пиздец. Давай. Бля. Бриться надо чаще, блядь. Тебе. 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 Во-первых, слушай, чтоб это я и пацанам всегда говорю. Типа, ну, аджика это натуральный продукт. Натер там типа, ну, чеснок, лук. Я чую чеснок. Да, чеснок. Знаешь, где я его чую? Знаю. Чеснок, лук, помидор и перец. Я чую перец. Знаешь, где? Домашник. Все. Сам сделал домашник. Единственный аджику, который ты можешь сделать, это в туалете. Я каждый день это нахожу. Ты что рассказываешь? Так, ладно, все. Я сейчас в игру играю. Типа, вообще занят. Заметила. Мне как бы, когда я в интернете, мне вообще весь мир похуй. Ок. Ок, да? Плюс-минус. Потому что здесь все мое. Я главный здесь. Кто тебе скажет? И мне равных нет в интернете. Я король интернета, по сути. Вот. Поэтому покушать пронесла. На этом... Мы с тобой попрощаемся. Да, пойду помогу, пожалуйста. Все, не кусай. Не кусай. Блядь. Сори, пацаки. Я отходил, мне Сережка звонил, этот болгарка. Что ты, кстати, хочешь? Блядь, давай быстрее, еще не хочешь. Что общего между близоручим гинекологом и собаками? У собаки есть пизда. Нет. Не знаю. Еще попытка. Еще, скажи еще раз. Что общего между близоручим гинекологом и собаками?
у обоих мокрый нос. Все, мама, ты зови меня. Мама будет меня зовет, понял? Трусы отдай свои уже. Трусы отдай, постираю, блядь, черкаша. Все, продал, прогнал его сюда. А все главное. Давай, давай. Быстрее сюда. Моя территория. Я здесь главный, и мне решать, понятно? Теперь ты официально Кадин. С сегодняшнего дня двери ВАОС для тебя навсегда закрыты. Следующим этапом для тебя только К2. А там уже ячейка из говна ждет тебя. Ты опозорил нас, ты опозорил Светлоликова. Серега звонил, я отходил. Когда-то отражение в этом зеркале было словно репродукция картины эпохи Ренессанса. Ну, одно из тех. На античную это тематику. Это Мэдисон, что ли? Ну, вроде не Мэдисон, но похож как Мэдисон. То есть это не он говорит, но прямо это чувствуется Мэдисон. Вот эта старость мэдисоновская. Старость 35-летняя чувствуется прямо. Оттенки Мэдисона в этом... Театр семьи Мамедовых мне понравился. Но теперь... Жду еще. Кстати, есть просьба к тебе, важная. Чудовище, живущее там, Королла, может Ленин, запросто выбраться наружу. Слушать эту идиллию как метком по ушкам. Я, да и весь чат так рады за ваше счастье. И никакие другие карастины не нужны. Согласен. Лучше мы уже поняли, ванная комната можешь не, не лучшее место для больше. Тебя. Давай может, пойдем куда-нибудь еще. Театр Качевых One Love. Как же я вас обожаю. Меньше, чем три, меньше, чем три, ничего меньше, чем три. О ком речь? Я здесь за главное мне решать, стирать трус или нет. Ты имел в виду отправиться на скуфню? Я не собираюсь. Блять, какая хуйня не игра, просто в натуре. Всего хоро. Мне она не нравится, честно сказать. Я вообще недоволен тем, что эта игра есть. Это игра полный кал. Мне не нравится. Я не хочу в это играть. Мне она не нравится. Конченая игра.